День добрый! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим, пожалуй, одну из самых важных entity во всех играх Valve — Light Environment. Данная entity играет роль солнца на карте, но при этом сам свет исходит не из нее, а из текстуры Tool Skybox, которую обязательно нужно размещать на потолке вашей карты по всей ее площади, если у вас открытое пространство. Давайте же знакомиться с ее свойствами. Pitch of Roll — направление лучей света. Чтобы указать точку, на которую они будут направлены, нажимаем кнопку Point End и кликаем на нужную поверхность в 3D окне редактора. Pitch — угол освещения от 0 до минус 90, где 0 — направление лучей строго по горизонту, а минус 90 — вертикально вниз, как в полдень. Brightness — цвет и яркость солнечного цвета, где первые три группы отвечают за цвет — красный, зеленый, синий. И последние три за степень яркости света, по умолчанию 200, что соответствует обычному дневному свету в ясную погоду. Ambient – цвет и яркость рассеянного цвета, полутонов между тенью и светом. Обратите внимание, что последняя группа цифр в значении 20, ярче делать не стоит. Brightness HDR – цвет и яркость в режиме освещения HDR. Если не трогать эту строку, то цвет и яркость будут повторять значение обычного Brightness. Brightness Scale HDR – множитель цвета и яркости в режиме HDR, по умолчанию единица. Ambient HDR – цвет и яркость рассеянного цвета в HDR. Ambient Scale HDR – множитель цвета и яркости рассеянного цвета в HDR. Уже язык заплетается. Ну и последняя строка — это Sun Spread Angle, степень размытия теней на карте. 0 — резкие тени, 5 — достаточно мягкие. Вот и все в принципе. Спасибо за ваше внимание, поставьте ролику лайк, подпишитесь на канал или помогите проекту развиваться своим донатом. До новых встреч в новых уроках!